Трудовые пенсии увеличатся на 7%. Связан перерасчет с ростом средней зарплаты по стране. Поднимутся и другие виды выплат по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего из бюджета выделят свыше 16 миллиардов рублей. В стране 10 марта начнется третий этап репетиционного тестирования. Он продлится до 21 апреля. Со следующего года для 11-классников идут выпускной экзамен, совмещенный с ЦТ по русскому или белорусскому языку и математике. А испытания по истории Беларуси планируют проводить в 9 классе устно. Белорусов ждут длинные выходные с 5 по 8 марта, но 12 числа придется отработать. При этом суббота будет сокращенной на 1 час, так как понедельник 7-го непосредственно предшествует празднику. Для тех, кто трудится не на полную ставку, рабочий день тоже сделают короче. В стране подорожало автомобильное топливо. Стоимость выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,02. 95-й дизель 2,12. 98-й 2 рубля 34 копейки. Это первый рост цены в 2022-м. В Бобруйске горел автомобиль. О случившемся сообщил случайный прохожий. К моменту прибытия спасателей происходило частичное горение задней части Ford Mondeo. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрической сети. Пострадавших нет.